Всем привет! Сегодня это наш вечер с Александром. Вот такая вот у него пижамка. Не обращайте внимания, это я пижамку нашла и одела сразу. Это вот не отстирывается никак. Вот. Мой малыш Александр сегодня со мной на дачу ездил. Хороший. Ночевал уже со мной там один. Не знаю даже сколько. Короче, первый раз у него случилось там в июне, а уже июль. Поэтому мы с Александром сейчас будем переодеваться. Хотя нет, лучше не переодеваться. Дома так прохладно, но для Александра точно прохладно. Сейчас мы будем ему мерить температуру. У Александра была температура, поэтому будем сейчас мерить температурку. Мы меряем электронным градусником. Вернусь, когда померяем температуру. У Александра температура 37,8, поэтому я иду сейчас за лекарством. Лекарство. Идем к Александру. С лекарством, конечно же. Так, Александр. Ай. Иди ко мне на ручки. Сейчас бутылочку поставлю. Тебя возьму. Так, иди сюда. Ой. Так, Александр. Ой, сейчас. Села. Всем привет. Александр, лекарство. Так, ну что ж, Александр, лекарство. Все, хватит лекарства. Вот только он лекарство пьет. Да, Александр, давай я тебе сейчас положу. Вот тут вот на пледе он спит. Но лежит он сейчас на моей подушечке. Ну, так просто. А я вам покажу, чем я занималась время дома, каникул. Я лепила. То есть первый день лепки, я не помню, когда у меня начинался, вот. Но первый это был вот такой вот пирог с ягодами и внутри, и вот тут вот посередине шоколад. Нет, ну очень вот красиво получилось, мои родители оценили. Дальше сегодня я слепила вот такой вот двухслойный, то есть вот слой и вот слой. Пирог, там начинка внутри и еще две, еще начинки есть. Вот, еще есть, ой, не сегодня я уже вот это вот лепила пирог с малиной. Пирог с малинкой. Ой, что я... Вот сюда вот надо ложить. Дальше. Печенье. Ой. Печенье с морковкой. Огромное печенье с детским шоколадом, бананом и морковкой. Это все в смешку. Этот пирог я не приглядела. Я... Ох, не успела его вытащить вовремя, и он у меня подгорел. Нечаянно. Ну ладно, уж что делать. Дальше, это вот такая вот плюшечка с голубикой. Пончик.
Ой, там овсяное печенье пристало. Вот. Это вот такой вот пончик. Вот само тесто. Это вот получается. Вот какая у нас посыпочка красивая прям. Но вот тут вот и согласна. Очень плохо получилось. Я вот никак-то не могу сделать, потому что у меня кончился вот точно такой же цвет. Остался только вот такой и такой, который не подходит вот сюда вот. А остальные тоже сюда не подходят. Поэтому вот такой вот некрасивый пончик у меня получился. Так, сейчас. Ну, с овсяным печеньем здесь ничего подобного. Овсяное печенье просто для Александра. Причем его просто можно так. Это не леденец, это мороженое. Просто у меня как-то мороженое не очень ровно получилось. Поэтому вот так вот получилось. И я сегодня слепила вот такой вот чупа-чупс. Внутри там не настоящая жвачка. Вот такого вот цвета вот. Там пластилин. И вот такого вот цвета снаружи он. Потом покажу, как его делать. Вот. Сегодня некогда делать. Вот мое рабочее место. Этим я все делаю. У меня есть легкий пластилин. Я уже из легкого пластилина лепила вот такое вот яичко. И яичницу. То есть вот так вот пим, пим и яичница. Ну, и там где-нибудь жаришь. Здесь я точно не буду жарить. Поэтому я убрала к легкому пластилину. Больше всего я люблю вот из этого вот пластилина. Потому что как бы он быстро не засыхает. В принципе, из него очень легко лепить. А вот этот вот очень быстро засыхает. Поэтому я из него сейчас не люблю. Хочу... Прошу прощения. Вот. Этот пластилин очень хороший, а этот пластилин я буду брать с собой в дорогу на море. Вот. Хотите фокус? Та-да-да-дам, та-дам! Та-да-да-дам, та-дам! Тут все серии. Мне они очень нравятся. Я уже прочитала вот эту вот историю, где там с Венди. Вот, это вот все я прочитала. Лето Уин тоже я прочитала. Интересно было. Тоже прочитала. Классное было. Вот. Вот так вот. Тут. Вот. 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 И дальше пленники разума. Буду дальше читать пленники разума. Шестая неделя. То есть я уже прочитала 5 недель. С вами будем читать. И знаете, что здесь написано? Читать перед сном. Основано на твоем любимом сериале. Это мой любимый сериал, да. Я смотрю Gravity Falls, не удивляйтесь. В принципе, наш Александр сейчас не плачет. Я не знаю, где соска. Так, вот такая вот распашонка. Тут его игрушка. Кися. Кися. А, вот соска. Это соска для сна. Я ее обрезала, чтоб входила в рот. В рот. Так, сейчас я вставлю, чтоб он не плакал. Сегодня ночью, в принципе, он не плакал, но соску выплюнул. Поэтому, в принципе, он должен был плакать, но не плакал. Это очень хорошо. Не люблю присыпаться, когда дети плачут. Ох, моя одежда, не обращайте внимания. Так, мой ночник, с которым я сплю. Ага, спала сегодня с ним. Я уснула. Никак не спится.
Вторая часть скоро выйдет, поэтому ждите второй части. Всем пока!